Я уверена, что вы тоже очень хорошо справляетесь с кодированием стадии заболевания, но все-таки это не вредно повторить правила. План нашей презентации «Почему необходимо стадировать неопластическое заболевание?» Мы будем рассматривать систему ТНМ, другие системы стадирования, как определить ТНМ и стадию, и какие программные продукты могут использоваться для стадирования. Что подразумевается извините, под термином «стадия заболевания»? Это означает степен прогрессирования заболевания к моменту установления диагноза. Примеры – опухоль молочной железы, верхний наружный квадрант – этот размер, лимфатические узлы не пальпируемые, проведена лумпектомия и аксиллярная диссекция, и патоанатом поставил этот диагноз. Внутрипротоковая карцинома с этот размер, лимфатические узлы не были засегнуты, не были ангажированы. Другой пример – это эмбрионал карцинома яичка. Хорошо. Почему стадирование важно? Эта фигура показывает, что пациенты с различными стадиями имеют различную выживаемость. Самая лучшая – она при инситу карциномас и локализированные опухоли, и нехорошая при дистальной метастазе. Стадирование – это общепринятая терминология и способ описания и оценки неопластического процесса, что также способствует определению прогноза заболевания. Почему необходимо стадировать неопластическое заболевание? С клинической точки зрения оно необходимо для выбора лечебных подходов, оценка прогноза, распределения пациентов в соответствии с лечебной тактикой и прогнозом заболевания и оценка и сравнение результатов лечения. С популяционной точки зрения оно необходимо для планирования и оценка программы для скрининга и профилактики рака и наблюдения и контроль распространения рака. На этом фигуре вы увидите, что пятилетняя выживаемость различается между регионом Европы, и она самая лучшая в Северной Европе, где доля локализированные опухоли большая. Вы можно увидеть, что в Восточной Европе доля локализированные опухоли сравнительно меньше, и пятилетняя выживаемость тоже меньше. Если вы надо взять решение, что происходит из этого результата. Вы надо подумать, если мы допускаем ошибки в лечении этих пациентов. Не только, что доля локализированной стадии меньше, но что мы сделаем с лечением пациентов. Потому что лечение отражается выживаемости.
какие системы стадирования существуют. Некоторые системы стадирования охватывают все локализации этой системы, другие охватывают отдельные локализации, фигу для гинекологических опухолей, дюкс для опухолей толстой кишки, Кларк и Бреслоу для меланомы, а Нарбур для лимфомы. Это ТНМ-система, мы будем рассматривать в детали. Она опубликована AJCC и UICC, но система идентичная. Основные категории системы ТНМ – это Т – опухоль, размеры распространения, Н – региональные лимфатические узлы, М – метастазы и G – степень дифференцировки. Она определяется для некоторых опухолей. Основные источники информации для стадирования – это, конечно, клиническая документация, результаты патогистологических исследований. Группирование по стадиям осуществляется от стадии 0 in situ до стадии 4 отдаленные метастазы. Т-опухоль означает степень распространения и принимает стоимости от 1 до 4. Существуют различные критерии для разных видов рака. Размер опухоли, примолочная железа, околушная железа, ротовая полость или глубина инвазии в стенку органа при толстая кишка, мочевой пузырь, меланома. Важно тоже распространение и расположение опухолей при легкие, поджелудочная железа. Другие факторы – множественность очагов опухолей при щитовидной железе, степень дифференцировки при саркомой и прогностические факторы – предстательная железа и яичко. Это первый пример, те значения, которые определяются от размера опухоли. Молочная железа, вы видите, что Т1 – это самый маленький тумор, меньше чем 2 см. Т3 – больше чем 5 см. И Т4 – включая стенку грудной клетки или кожу. Распространение лучше перевести. Да. Те значения в этот случай определяются от размер опухоли. При мочевой пузырь те значения определяются от глубина инвазии. Вы видите на эту диаграмме, что Т1 – это субепительная соединительная ткань. Опухоль расположен в субепительное пространство. Т2 – мышечная оболочка, охватывает этот слой мочевой пузыря. Т3 – перивезикальная ткань, этот, Т3А и Т3Б. И Т4 – рак распространяется за пределы мочевого пузыря. В прежнем примере те значения определяются от размера. Те значения определяются от глубина инвазии, нет от размера опухоли. Другой пример. Те значения можно определить от распространения тумора. Пример – гортан. Вы видите на этой фотографии, Т1, одна или обе голосовые связки подвижно сохранена. Это. Т2 – опухоль распространяется на преддверии полости гортани.
Т3 – опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых связок. Т4А – умеренно развитие местное заболевание. И Т4Б – обширное разрастание опухоли. В этом случае это значение определяется не от размер, не от глубина инвазии, но от распространения опухоли, которые можно будет одна или обе голосовые связки, и подвижность может быть сохранена или нет, или с фиксацией. Другие те значения – это ТИС, карцинома инситу, Т0 – нет доказательства наличия первичной опухоли, и ТХ – первичная опухоль не может быть оценена. Это нелестно разграничить Т0 от ТХ. Я не знаю, если у вас такие проблемы, но мне часто задают этот вопрос. Когда мы кодируем Т0, когда ТХ? Имеет у вас комментар? Вы имеете комментар на этот проблем? Ну, это вопрос диагностики. То есть, если нет, методов диагностики, которые, в данном учреждении, которые могли бы помочь установить первичную опухоль, это ТХ. А когда все необходимые методы диагностики были использованы для обнаружения первичного очага, но он так и не найден, это Т0. Да. Другие комментарии? Нет, это правильно. Но в раковом регистре мы надо использовать ТХ меньше, чем возможно. Потому что если мы используем ТХ, потом не можно определить стадии. Региональные лимфатические узлы описываются категория N, отсутствие или наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах. N0 – это клинически и патологически доказано, что в регионарных лимфатических узлах нет признаков метастатического поражения. N1-3 – увеличение участия региональных лимфатических узлов по количеству, местоположению или размеру. И NHIX – регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены. Мы надо использовать эту категорию меньше, чем возможно. Примеры. Когда категория N, когда значение N определяется от количества лимфатических узлов, желудок, N1, 1-2 региональных лимфатических узла участвуют, N2, 3-6 региональных лимфатических узлов участвуют, и N3, 7 или более. Значение N определяется, может определиться от местоположения лимфатических узлов. Это пример легко. N1 – лимфатические узлы перибронхиальные или прикорневые и внутрилегочные узлы. Вы можете увидеть, это сложная диаграмма для кодирования лимфатических узлов опухоли легкой. Она трудна тоже для клиницистов. N2 – средностенные или трахеобронхиальные, и N3 – другие лимфатические узлы. Но мой пример – это для того, что значение N определяется не от броя лимфатических узлов, но от их местоположения. Другой пример. Значение N определяется от размер и количества. Мы рассматривали пример, когда N определяется от броя
потом локализация и сейчас размер и количество. Почечная лоханка и мочеточник. N1, один узел, 2 сантиметра или менее. N2, один узел, 2 до 5 сантиметров или несколько узлов меньше, чем 5 сантиметров. N3, любой узел больше, чем 5 сантиметров. Вы видите, что важен размер и количество лимфатических узлов для определения категория, значения категория N. М – это отдаленные метастазы, системное участие. Категории, которые используются, это М0 – нет признаков отдаленных метастазов, и М1 – наличие, по крайней мере, в одной области отдаленных метастазов. М1 – подкатегория, пример простата. Вы видите, что М1 можно будет М1А, М1Б, М1С, в зависимост от местоположения отдаленных метастазов. МХИКС недоступно в ТНМ7 и оно не надо использоваться. Когда минимальное физическое обследование проведено, вы надо кодировать CM0. Комментарии? Небольшой комментарий насчет, вот чтобы избежать их, ну, частого употребления, можно пользоваться советом, который AGCC дает, американская версия ТНМ. Там степень точности обследования отражается, есть такой критерий C, да, C. От C1 до C5. C5 – это аутопсия, а C1 – это физикальное исследование. Ну и между ними тоже есть градации. Но это, наверное, для клиники больше приемлемо. Да. Другие комментарии? Уважаемые коллеги, сейчас набирает такой обороты стадирование по ТНМ остаточных опухолей после проведения лечения лучевого, химиотерапии. И вот у меня большая просьба к вам не путаться в приведении в регистр, использовать ту первичную стадирование, которое было при выявлении опухоли или после проведения операции, после подтверждения диагноза и определения распространенности и критериев ТНМ. То есть в выписках сейчас может появиться большое количество упоминаний ТНМ. Вы пользуетесь тем, который определяет, извините, первичную, вот изначальную, то первую опухоль, и это вносится в регистр, не все остальные. У нас, знаете, сколько? Ну, как вы думаете, описание, которое патоанатом предоставляет, оно достаточно для определения ТНМ? Достаточно? Да. После определения отдельные значения ТНМ мы можно группировать и определить стадии. Пример – пищевод. Наверное, вы знакомы с этой табличкой. Если Т1, Н0, М0 – тогда стадии 1А. Т1, N0, M0, стадии 1А. И если Т3, N1, Т3, N1, M0, тогда стадии определяются 3А. Для каждой локализации ТНМ предоставляет такой таблички. Сначала вы определите значение Т, Н и М, и по табличке можно определить тоже стадии. Это ясно? Наверное, это ваша ежедневная работа, да?
Группирование по стадиям важно, потому что оно определяет варианты лечения. Наверное, у вас тоже такие инструкции. Это пример руководства для пациентов, американское руководство для пациентов, NCCN, вы знакомы, наверное, с этого. И пример, пишите вот, если стадий этот, тогда следует сделать эзофагектомию, и потом, в зависимости от хирургичных результатов, проведется адъювантная химиотерапия. Поэтому стадий важен, потому что он определяет варианты лечения. Вы знакомы с этим, что это разные основы стадирования. CTNM означает клиническая стадия, необходима для выбора и оценки эффективности лечения. PTNM – это патоморфологическая стадия, дает наиболее точные данные для оценки прогноза и плана лечения. PTNM можно отличается чем CTNM. RTNM – это стадия рецидивирующей опухоли, размер опухоли после рецидива. ATNM – стадия по данным аутопсии. И YTNM – классификация после лечения, оценивает ответ на неоадъювантное лечение. В многие раковые регистры собирается информация для PTNM, потому что патоморфологические стадии дают наиболее точные данные. Но в другие регистры другие раковые регистры собирают информацию для PTNM и CTNM, потому что они можно различаются, и это важно для анализа. Один маленький комментарий. Я думаю, что регистрам надо собирать сведения и по CTNM, и по PTNM, поскольку хирургическое лечение применяется далеко не каждому больному с выявленным злокачественным заболеванием. Это даже скорее редкость. По официальным данным экспертов ОС, например, рак желудка, это заболевание, при котором только хирургическое лечение рекомендуется на первом этапе. Хирургическое лечение при раке желудка применяется 20-30% больных из вновь выявленных. То же самое касается рака легкого, рака пищевода и так далее. Поэтому CTNM необходимо, а PTNM – это уж добавка такая. Лучше и ту, и другую, значит, стадийную систему иметь. Да. Другие комментарии? Какой ТНМ вы регистрируете в вашем регистре? Пожалуйста, на микрофоне. Если было проведено морфологическое исследование, то фиксируется ПТНМ. Если его не было, то, естественно, клиническое. Естественно, есть. Но в регистре вы прочитаете? Если у вас возможность записать все эти варианты стадии? У нас есть возможность внести только единственное, то есть выбор за работником регистра, что внести, если есть и то да. Двух вариантов нет. Да. Регистр выбирает, который стадии регистрировать. Если гистологическое... Нет? Как? В регистре у нас вводится то, что поставил клинический диагноз больному. Угу. Есть диагноз, то та стадия, которая звучит в клиническом диагнозе, та и будет в регистре. Медицинские документы будут два стадия уписаны, которые вы регистрируете? Если есть П, то П как более четкую, более точную, более достоверную. Да. Другие комментарии? К
какие у вас проблемы для стадирования пациентов с точки зрения регистрации? Ты хочешь сказать? Спасибо большое за такой прекрасный доклад. Скажите, пожалуйста, после установления стадии, в каких случаях она меняется? После установления клинического стадия? Да. А, пример. Это примеры и другие системы стадирования для меланомы, Кларки, Брэс, Лоу. Для толстой кишки, Дюкс. Ну, они сопоставимы с СТНМ. Вы можно видеть, что если стадий определен категорией Дюкс, они соответствуют на категории ТНМ в классификации. Это пример для яичник. О, хорошо. Это самая новая классификация ФИГУ с 2014 году. Вы можно рассматривать на сайт. Но я хочу показать, что стадии определенные ФИГУ соответствуют на ТНМ. Это Ann Arbor стадирование для лимфомы. Я это показала. Как определить ТНМ и стадию? Определение первичной опухоли и гистология. Потом посмотрите главу по локализациям. Гистология включена в эту главу. Потом проверите список регионарных лимфатических узлов. Определите клиническое и патологическое стадии. Найдите информацию по стадиям в таблицах, которые я уже показала. Определите категории ТНМ и сгруппируйте по стадиям. К сожалению, мы не имеем упражнения на этого, но я думаю, что вы упражняетесь каждый день для определения ТНМ и стадию. И этот пример... что был твой вопрос. Это опухоль верхно-наружный квадрант молочной железы. Клиницист определил этот размер. И если мы надо определим клиническое ТНМ, тогда мы увидим, тогда мы определим Т2Н0М0, потому что этот размер относится к категории Т2. И клинические стадии это тогда Т2Н0М0 это 2А. Но после операции, хирургия, патоанатом определил, что размер внутрипроточный карцином этот. И тогда Т-категория Т1С изменяется. И стадии тоже изменяются 1А. Т1Н0М0 1А. И стадии изменяются, когда налично более точное описание карцинома. То есть после хирургического вмешательства, да? Да. А сроки какие-то есть, в течение которых может меняться стадия? Нет такое правило. Это зависит от организации диагностики и лечения пациентов. Спасибо. Вы надо определить стадии на основе более точного описания диагноза.
еще комментарий. Может быть, я сейчас просто запутаюсь. После установления клинического диагноза, если операция проведена в сроке, мне кажется, по-моему, там 2 недели или 3 недели, в этих случаях стадия будет меняться. Если большие сроки, там через полгода прооперирован, то, естественно, стадия уже не будет меняться. У нас есть еще один случай, когда меняется стадия заболевания. Если больному поставлена первая стадия, и в течение 3 месяцев после этого он умер, то стадия меняется на 4-ю. В остальных случаях у нас не меняется стадия. Ну, смотря, когда проведена операция, если она проведена достаточно отсроченно. Да. Ну, стадии может изменяться и после неоадъювантное лечение, потому что я покажу. Это при первоначальном установлении диагноза клиницисты и патоанатомы определяют CTNM и PTNM. Но если у пациента показано неоадъювантное лечение, тогда сначала определяется только CTNM, потом проводится исследование и тогда определяется YTNM, потому что после лечения тумор можно променить свои размеры. И тогда мы имеем CTNM и потом YTNM, которые отличаются от сначала определенные. Вы не меняете. Но определив клиническую стадию, мы уже потом не меняем, проведя лечение какое-то неоадъювантное. Мы можем это в госпитальных регистрах фиксировать как следующую, еще одно, это как развитие. Да. А популяционный регистр идет у нас только клиническое. Ну, клиническое или там? Первоначально определенной стадии не надо меняться, но в дополнение можно регистрировать YTNM после лечения, который оценивает ответ неоадъювантное лечение. Дополнительную категорию. Да. Другие комментарии, вопросы? Не знаю, надо или нет комментировать, но все-таки я скажу. Не хотят. Уважаемые коллеги, ну, тут разделись мнения, конечно. Дело в том, что когда размер опухоли изменяется с 2,5 сантиметров до 1,8 сантиметров, когда речь идет о раке молочной железы, надо у патолога-анатома спросить, когда измерялась опухоль, до фиксации формалина или после фиксации формалина, потому что известно, что фиксация формалина приводит к уменьшению размера опухоли. Таким образом, мы можем уменьшить размер опухоли и снизить стадию. Другой пример для того, что кодирование важно для выбора лечения. Когда мы рассматривали этот пример для карцином молочной железы и определили, что стадии PTNM 1А негатив и лимфатические узлы негативные, тогда мы можем следуем этот протокол лечения тоже этот пациент. И я хочу обратить внимание на то, что определение стадии не самоцельное, оно нужно для определения лечения, поэтому мы надо будем очень внимательны, какой стадии мы регистрируем, и потом он связан с проведенным лечением. Программные продукты, которые могут быть использованы для стадирования, это бесплатное приложение, которое вы можете скачать. NICR Staging Tool, приспособление для стадирования.
вы можете выбрать из этого меню. Это молочная железа, лимфома, легких, простата, гинекологические. И потом внести значение категории Т, Н, М, и стадии автоматически определяются. Это большое улеснение. Конечно, это вы можете использовать только на английском языке. И в конце я хочу цитат слова Эйприл Фриц. Она преподаватель и тренер в области регистрации рака со стажем более 30 лет. Она сказала, что вы должны принимать ограничения. Вы знаете, что невозможно очень точно всегда определить категории, размер опухоли, брой лимфатических узлов. Но мы надо сделаем, что возможно. И думают, что это наличные ограничения, но мы надо принимать их и работают в этой ситуации. Если у вас вопросы, другие комментарии. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, существуют ли рекомендации по стадированию опухолей головного мозга? Мы их регистрируем, а в общем, ну, они никогда не метастазируют практически, да? Да. Отдаленных метастазов нет. И G-критерий имеет очень важное значение. Есть какие-то рекомендации? Да. ТНМ неприложимая для опухолей мозга, потому что прогноз эти пациенты определяется от характеристики морфологии тумора и степень дифференциации. ТНМ тоже неприложима для стадирования лейкемии, и оно тоже неприложимо для стадирования тумора опухоли в детской возрасте. И для этих опухолей используются различные, чем ТНМ, классификации. Но мы не будем рассматривать их, потому что они многое различные. Каждый клиницист определяет, какая классификация будет использовать. Но мы рассматривали ТНМ, потому что она прежде всего используется и информация регистрируется в раковом регистре. Я не знаю, как вы регистрируете информацию для распространения опухоли у детей. У нас в болгарском раковом регистре мы остаем эти полета праздные. Потому что разные классификации используются, и мы не знаем, как осигурить сравнимость. Как у вас это делается? Все. Окей, мы можно продолжим дискуссию. Ариана, has a comment. Okay, I also have У меня на самом деле тоже несколько комментариев накопились после этой презентации. Я слышала в вашей дискуссии, что возник вопрос, как и где регистрировать стадию. И как я поняла, очень многое зависит от рабочих, так скажем, потоков больницы, от того, откуда вы получаете информацию, то есть о чем бы я хотела вас предупредить. Дело в том, что не так важно, если вы можете избежать временных лимитов, ограничений, потому что вам нужно дождаться полной и очень точной информации. Если вы регистрируете пациента до хирургического вмешательства, то
Возможно, у вас будет не полностью, не полный морфологический диагноз, потому что он может быть полным только после хирургии, когда у нас будет уже верифицированная стадия и более специфическая информация по морфологии опухоли. Поэтому это очень важно, не торопиться, не иметь слишком узкие временные рамки для регистрации. Это одна из причин, на самом деле, почему раковые регистры зачастую их так долго готовят к публикации после фактического внесения, да, данных. И я полагаю, что очень хорошо, также если у вас есть как PTNM, так и CTNM в доступе, потому что, как Надя продемонстрировала в своем примере, PTNM даст нам более точную информацию по Т, по первичной локализации или по локализации первичной опухоли. Очень важно ее иметь в регистре, но также по CTNM, по клинической ТНМ, вы можете посмотреть на, так скажем, удаленные метастазы, которые по лучевой диагностике у нас подтверждаются. Очень важно, чтобы была и та, и другая информация. И в конце концов, мой последний комментарий будет таков. Мы уже об этом говорили, говорил коллега, вот упоминал об этом, что стадия, которую мы регистрируем, крайне важна. Это стадия и диагноз, который мы регистрируем. И не менять стадию очень важно, если заболевание меняется в течение года, потому что это, как мы с вами говорили, стадия очень важна для клинициста, для того, чтобы определять терапию, определять лечение. И именно поэтому мы регистрируем здесь в популяционных регистрах все на уровне популяции, для того, чтобы мы могли получить данные, которые позволят нам говорить о профилактике, о раннем выявлении, прогнозировать что-либо на уровне популяции. Именно поэтому важно стадию на момент диагноза регистрировать, для того, чтобы увидеть, если у вас высокая очень пропорция, так скажем, запущенных раков молочной железы, то это означает, что не очень хорошо покрытие маммографическим скринингом, да, у населения. И в результате это может послужить основой планирования программ профилактических мероприятий и затем мониторинга этих профилактических мероприятий и исходов. Спасибо. Вот мы говорили, как говорится, о классической разборке состояния больного, определении для него стадии. Скажите, пожалуйста, вот в Болгарии у вас Министерство здравоохранения каким-то образом обращается к регистру, к тому, чтобы ранние стадии было больше? Это уже не связано непосредственно с клинической работой и работой регистра. Мы опубликовываем распределение по стадиям в годичный доклад ракового регистра, и мы посылаем этот репорт Министерству здравоохранения. Если они читают это, я не знаю. Мало ранних стадий, много запущенных, какие-то, так сказать, замечания в ваш адрес, вашей работы из-за того, что иначе распределяются стадии, ставят какие-то вам условия? Да, в Болгарии нет популяционный скрининг, поэтому локализированные стадии молочной железы не очень много. Он 25%. Ну, стороны, где популяционный скрининг существует, доля этих случаев большая. Спасибо. Я хотел бы аудитории, учитывая, что мы разбираем один из главнейших аналитических критериев, по которому оценивается деятельность службы на каждой нашей административной территории.
И есть такие две вещи. Поставили стадию, ну, допустим, первую и вторую поставили стадию. Есть ли какие-то возможности поконтролировать? А соответствует ли то количество ранних стадий, которые поставили, реальной величине? Ну, наверное, возможно проверить это только тем, чтобы проследить дальнейшую судьбу больных. Да. Вот. И когда мы в нашем городе стали рассчитывать показатели относительной выживаемости или наблюдаемой, даже это не имеет особого значения, то оказалось, что если поставлено определенное количество ранних стадий, то они на самом деле не совсем ранние. Вот я показал, что, ну, во-первых, если первая стадия, она вообще должна идти горизонтально, и у нас рак предстательной железы первой стадии идет строго горизонтально. А вот по остальным локализациям они, конечно, опускаются на 10, 20, 30, 100%. По некоторым локализациям, я об этом вчера тоже говорил, получается так, что первая, вторая, третья стадия, они сразу идут на дно. Это говорит о двух вещах. Во-первых, о качестве диагностики, да. Но с другой стороны, по очень многим локализациям, ну, не с таким высоким уровнем летальности. Все-таки административное давление приводит к тому, что у нас государственная отчетность искажается. Причем это касается абсолютно всех административных территорий страны. Что в итоге? Вот, например, сейчас по стране официально считается, что первая и вторая стадия составляет 50% от всех случаев зарегистрированного рака. Вот. Но вот наши данные, когда мы посчитали выживаемость, показывают, что дай бог, чтобы было 30. В чем здесь проблема? Оказывается, что Министерство здравоохранения, планируя финансы, оно определяет, доля ранних стадий – это меньшие суммы можно тратить, доля запущенных процессов. И таким образом, искаженная информация – это не просто информация для красоты, а это для реального дальнейшего воплощения всего комплекса лечебной деятельности. А то, что касается, конечно, локализации с высоким уровнем летальности, там практически не бывает ни первой, ни второй, а иногда и третьей стадии. Об этом я говорил вчера. Поэтому, конечно, ну, во-первых, разрешите выразить вам благодарность за то, что вы системно рассказали, потому что всегда системное образование, оно по-другому дальше воспринимается во всех направлениях. И я думаю, что все мы будем благодарны. Вот. Мы знаем, что еще происходит. Вот. Поэтому не надо, самое главное, самих себя обманывать и поступать так, как нужно. Спасибо. Можно я спросить тоже, когда вы анализируете выживаемость, вы делаете анализ по стадии, выживаемость по стадии тоже? Да, вот там у нас книжки лежат, и вот, то, что мы дали. Мы представляем анализ выживаемости и по возрастным группам, и по стадиям, и по гистологическим типам опухоли. Вот последние годы по целому ряду локализаций, по отдельным гистотипам мы даем даже динамический ряд. Вот как та или иная, вот берем любую локализацию, смотрим, какая ее структура, и по каждому гистотипу смотрим, где есть какой-то прогресс, где нет. Ну, к сожалению, должен сказать, что все идет как-то одновременно. Мы не выявили, допустим, специфичность, что какие-то виды гистологических типов при применении самых, так сказать, современных средств лечения как-то вырываются вперед по уровню выживаемости. Вот это нет. Но и возможности, конечно, все равно ограничен объем то, чем мы располагаем. Для этого надо делать более обширные материалы, располагать ими. И, конечно, очень тщательно все это проверять. Вот что самое непростое. Качество, еще раз качество материала. После этого только можно делать какие-то серьезные заключения и выносить их на общественный суд. Спасибо. Спасибо.